Вот смотри, там идеальная трасса. Видишь? Да, я вижу. А большинство нет. Карл Шелби? Допустим. Ли и Кока, компания Ford. Если бы Генри Форд II захотел создать машину, которая победит в гонке 24 часа Лимана, что для этого нужно? То, чего не купишь за деньги. Скорость можно купить. Скорость не главное. Нужен гонщик от бога за рулем. Это Кен Майлз. Я ему не доверяю. Говорят, он с норовом. Нет-нет, Кен у нас лапочка. Нет. В любом случае, нет. Поверь мне. Хочешь сделать машину, способную обогнать Феррари из Форда? Конечно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. Это не первая война, в которой участвует Форд. Мы умеем не только бумажки перебирать. Давай, Карл, воюй. Спасибо, сэр. Ты сможешь обогнать Феррари? Попробую. Мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Пойдем в историю. Готовы? Я родился готовым, мистер Шелби. Вперед! Ха-ха-ха!